Компания Bethesda отстранила от работы над коллекционной карточной стратегией The Elder Scrolls Legends ее создателей, Devolver Digital. Теперь над игрой будет работать студия SparklePants, известная по гибриду моба и стратегии в реальном времени дропзоне. Вскоре игровой клиент The Elder Scrolls Legends получит масштабное обновление. Но, как заверяет издательство, игровой процесс от этого не изменится. SparklePants переработает интерфейс, меню и визуальную часть игры. Вдобавок разработчики обеспечат более активную работу над обновлениями и связь с игроками. Основная игровая механика, а также уже существующие в The Elder Scrolls Legends режимы, карты и ассортимент. Внутри игрового магазина останутся нетронутыми. Игроки сохранят все существующие коллекции, включая готовые колоды, титры и любой приобретенный или заработанный контент. Больше новостей о The Elder Scrolls Legends и других играх Bethesda. Готовит для выставки E3 2018. А студия Direwolf уже несколько лет работает над бесплатной карточной игрой Eternal. И ее релиз состоится в Steam в ближайшие несколько недель. В настоящее время игра находится в раннем доступе.